Африку. Сегодня у нас замечательный концерт, замечательный день, наконец-то вышло солнце и согрело нас своими прекрасными лучами, которых мы так ждали целых полтора месяца. По этому поводу праздник, концерт проекта Afro Jazz. Мы сыграем два отделения с перерывом, и в первом отделении у нас прозвучит популярная американская музыка. Это джазовые композиции таких авторов, как Джон Колтрейн, Виктор Янг, Дэйв Брубик и многие другие. А во втором отделении прозвучит моя авторская музыка, которая тоже будет сыграна в разных стилях, на разных инструментах. Сегодня, как вы видите, у нас целый музей. Я вам расскажу чуть позже, что за инструменты необычные, диковинные будут звучать в тех или иных композициях. Сейчас мне бы хотелось представить наш ансамбль. Это Мария Кулакова, арфа. Победитель джазового фестиваля в Италии. Между прочим, первая премия. Можно поздравить. В прошлом году мы с гордостью представляли наш проект в Новом Орлеане, на родине джаза. И, так сказать, не так сказать, а отзывы были хорошие. Я бы сказал, даже отличные. То есть мы с гордостью играли наш славянский блюз. Это было прекрасно. На ударной установке у нас сегодня Петр Ившин. Контрабас Double Bass Сергей Васильев. Начнем мы с композиции Виктора Янга. Это саундтрек к фильму «Самсон и Делила». Замечательная романтическая история с прекрасным концом. Ну, кто читал, знает, как там все закончилось. Итак, Делайла. Ваши бурные аплодисменты. Спасибо. Thank you.
Спасибо, спасибо. А сейчас прозвучит композиция замечательной арфистки Элис Колтрейн. Это жена того самого Джона Колтрейна. Собственно, он ее сповадил играть на арфе, из-за того, что она его очень любила, а он очень любил арфу, и выбора у нее не было. Так что ей пришлось с замечательного инструмента фортепиано переключиться еще на более божественный, как арфа. Итак, композиция «Голубой Нил», «Блю Найл». Thank you.
Спасибо. Это была композиция «Blue Deal», замечательный артист Кирис Калтрей. А сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Лето», «Эстате», в переводе с итальянского, с русского на итальянский. Это Бруно Мартино, замечательный композитор, который написал песню о любви, о лете и о расставании. Такая грустная песня. Можно хлопать, не стесняйтесь. Thank you.
Соло на контрабасе Сергей Васильев. Мария Кулакова, арфа. Петр Ившин, барабаны. Ну хорошо, согрелись. Чувствуется уже, что стали чаще аплодировать. Немножко так, да? Все-таки лето у нас не такое холодное. Можно в пальто на распашку ходить. Да, так что... А сейчас мы вас еще в более знойную страну перенесем. У нас вот была сейчас Италия, а сейчас будет Испания. Прозвучит композиция Джона Колтрейна «Оле». Оле. Thank you.
Спасибо, спасибо. Курирующая фирма. Так, а сейчас мы сыграем более спокойную композицию, это тоже Coltrane. Одна из самых его красивых композиций. Ну как одна? Она, в принципе, одна у него из самых красивых композиций. Это баллада Наима, которая была посвящена его супруге, которая не любила арфу как раз. Поэтому решили ее сыграть. Итак, Наима. Наима. Thank you.
спасибо. Сейчас прозвучит одна из самых популярных и одна из самых, наверное, известных джазовых композиций, которая была придумана в истории джаза. Это Take Five. Thank you.
Петр Ильин, Петр Ильин. Мария Кулакова, Мария Кулакова. Сергей Васильев. Меня зовут Антон Котиков. Мы с вами увидимся через 15 минут во втором отделении, где будет сыграна уже немножко другая музыка, более этнического характера, с применением этнических инструментов разных стран мира. Вот у нас здесь вот в уголку. Нет, это наш фотограф, замечательно, Саша Никитин, да. А вот рядом с ним такой инструмент, австралийский диджериду. Вы его тоже услышите во втором отделении. Вот. И еще вот, один из инструментов тоже такой армянский дудук, он тоже прозвучит во втором отделении, так что мы самое вкусное оставили на десерт. В сцене появился замечательный ансамбль «Хам Драмов», группа «Сансет». Ваши аплодисменты. Передаю слово руководителю, прекрасной Валерии Рэй, которая нам чуть-чуть расскажет также, что это за космические тарелки у них в руках. Всем добрый вечер. Мы очень рады сегодня играть здесь. Для нас это необычная сцена. Антон, спасибо тебе большое за приглашение. Несколько слов скажу о нас и о самом инструменте. Наш ансамбль называется «Сансет». Мы уже несколько лет играем, выступаем, гастролируем. И у нас есть школа игры на ханге в Москве и в Санкт-Петербурге, первая в России. Ханг был изобретен в 2000-х годах, то есть ему буквально 17 лет, он подросток, совсем молодой. Несовершеннолетний. Ну, еще годочек. Вот. Изначально он планировался как инструмент для музыкальных практик, саундхилинга, медитации, релаксации и разных таких вещей. Но, конечно же, он попал в руки музыкантов. И сейчас мы для вас сыграем нашу композицию, называется «Желтое море». Спасибо. Ансамбль «Сансет».
ансамбль Sunset. Сейчас прозвучит композиция под названием «Арабская», автор, музыка народная, автор группы Sunset, а я буду принимать участие такого флейтиста-затейника. Сейчас посмотрим, что получится. Вот. Ваши аплодисменты. У нас сегодня дебют на этой сцене. Thank you.
А сейчас мне бы хотелось пригласить на эту сцену Марию Кулакову. Артова. Вот, и мы сыграем мою авторскую композицию. Она с нашего дебютного диска, который был выпущен на лейбле ArtBeat под патронажем клуба Алексея Козлова. Мы сделали аранжировку, версию для хэнд-драмов и армянского дудука и арфа. Сейчас будет премьера. Thank you.
Концерт, пан Драмер. А теперь мне бы хотелось пригласить на эту сцену Петра Ившина и Сергея Васильева. Все знаете, что сейчас наступил канун отпусков, и многие собираются уже в дальние страны. Мы сыграем композицию, которая очень многим знакома, ну, особенно тем, кто собирается в отпуск, тем, у кого самолет в 6 утра или в 7 утра. У вас очень большая сумка на маленьких колесиках, вы очень торопитесь, потому что опаздываете. А колесико одно сломалось не вовремя, а вам уже нужно чекиниться там во все. Вот. Ну, в общем, песня вот об этих нервных днях, об этих сумках на колесиках. Сумка на колесиках. Thank you.
Спасибо. Это была сумочка на колесиках. Сумка огромная. Сумочка огромная на маленьких колесиках. А сейчас мы сыграем еще более сумасшедшую композицию. Это автобиография. Она называется Lazy Crazy Man. Lazy Crazy Man. И думал очень много о смысле жизни, о том, каково его творчество. В какой-то момент он осознал, что он очень безумен, потому что это большое безумство следовать своей мечте. Согласитесь, это большое безумство. Но для того, чтобы мечта была достигнута, нужно проявить много усилий. И он понял, что он слишком ленив для этого. Таким образом родилась песня, потому что песня была написана лежа на кровати, ручкой, которая валялась где-то рядом, на обоях, потому что он был настолько ленив, что даже не хотел вставать с кровати, и он написал эту музыку на обоях, и сейчас вы ее послушаете, и вот даже можно подпевать там фрагментами, я вам покажу где. Приехал доктор и начал успокаивать его арфотерапией. Thank you.
Сейчас прозвучит композиция, которая будет иметь несколько медитативно-шаманский такой, знаете ли, оттенок, потому что эта композиция посвящена детям мира. Это композиция, которая объединяет разные культуры, религии, или как вероисповедания, разные национальности. Эта композиция посвящена детям с пяти континентов, с разных пяти континентов, поэтому здесь будут участвовать разные музыкальные инструменты. И вот мне сейчас Петя подаст такую штуку. Да, вот эта штука, вот эта вот штука такая, штука называется диджериду австралийский. Это инструмент, который применяется в ритуальных шаманских обрядах. Он будет тоже использован. Мы будем вызывать духов или изгонять духов, посмотрим, как получится. Итак, композиция Five Children.
Петр Ильича, Петр Ильича. Мы продолжаем наш концерт. К сожалению, мне придется, как знаете, на футболе одного игрока сейчас удалить с поля. Но ненадолго, он потом к нам вернется. Это вот Сергей Васильев, да. Мы, к сожалению, даем вам перерыв. Да. Сейчас мы сыграем композицию для трио, арфы, флейты, битбокс и ударных. Называется она «Весеннее солнце». «Весеннее солнце». Ты потеряли. Нашлись. Так, небольшая техническая заминка. Мы все-таки профессиональные музыканты, мы знаем ноты. Вы знаете, это очень актуально, да? Итак, весеннее солнце. Весеннее солнце.
Теперь я хочу вновь пригласить на эту сцену Сергея Васильева. Мы сыграем композицию для губной гармоники и арфы. С этим секцией, конечно. Появилась она каким образом? Вот эта маленькая штучка называется по-английски harp. И вот эта большая штука называется тоже harp. Как ни странно, да? И вот родилась такая игра слов harp and harp. Хотелось соединить эти два прекрасных инструмента. И вот сейчас послушайте, что получилось. Сделай микрофон потише, умоляю. Люди же умрут. Там общий есть чуть-чуть, можно пониже сделать. Вот. Чем на одном делится? Общий там. Справа там два таких рычажка. Да. Вот. Продолжай. Thank you.
Спасибо. Сегодня для вас сыграли Мария Кулакова, арфа. Мария Кулакова. Петр Рыксен, удобнее. Петр Рыксен. Сергей Васильев, контрабас. Я не знаю, девчонки еще здесь не убежали, но это был замечательный ансамбль «Фанк Драмов», «Сансет». Давайте тоже похлопаем. Меня зовут Антон Котиков. Я сегодня играл на всем. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо всем, кто сегодня пришел. Это был проект «Арфа и джаз». «Арфа и джаз». Заходите на наш сайт, добавляйтесь в Фейсбуке, ВКонтакте. Мы вас очень ждем. Спасибо. Приходите на наш сайт.